Не, ну у вас вообще охеренный зал, надо отметить. Как тут люди сидят и смотрят на кучу каких-то бутылок валяющихся. Ты чё делаешь, мужик? В общественный туалет зайди, там пожри, там чище будет. Мяу, мужик, слышь, чё за херня у вас тут? Алло, мяу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и сейчас мы будем играть в игру, в которой будем жрать все, что только можно и нельзя. Называется она Tasty Planet Forever. Сидел я такой, сидел весь из себя такой вот тощий, да, со своими синяками под глазами, и думаю, надо бы что-то вот, надо бы что-то пожрать. А потом раз и думаю, а есть такая замечательная игра, сейчас нажрусь от пуза, только так вообще, никогда в жизни больше на еду смотреть не смогу, да? Ну, проверим, играем за котенка. Нихера себе тут уровней. Ну, давайте, первый уровень. Урок чистоты. Загрузка. Здесь так грязно. Но это ненадолго. Крошечный кот? Я это улажу. Нет, прототип клининговый робот от моего кузена. Очистительный кот. Очищает все, сжирая грязь, животных, там всяких насекомых, пыль и многое-многое другое. Готов получить пожирательные инструкции. Скорее, клиенты скоро будут здесь. Жри все. Мяу, подтверждаю. Ух, еще бы мы не подтверждали. Мы сейчас так отошь, а вас сожрем, козлов, а. Использую мышь. Клавиши движения или геймпад, чтобы контролировать кота. Ну, мне, в принципе, как-то кнопочками удобней. Так, смотрите. Ну, я так понимаю, вот вначале собираем вот это говно. Что это такое, не знаю, тараканы насрали, наверное, да? Ну, прекрасно, трапеза начинается просто охеренно, ребят, что тут скажешь. Закуска прям топовая. Таракане говно, я могу тебя уже съесть? О, замечательно, все, таракашечка моя. Таракашечка моя, родимая, любимая, иди сюда. Сейчас клиенты придут вас тут видеть. Это рогалик или это кусок говна? Вот у меня такой вопрос, то есть я не понимаю. А это важно на самом деле, ребят, это хотелось бы понять. Когда ты веселый котик, который жрет все подряд, хотелось бы понять, что ты вообще жрешь. Так, чертов кашель, блин, падла. О! Здрасте, крыски, давайте дружить. Кошки и крыски, они ведь дружат только так. Они ведь лучшие друзья, мать вашу. Так, давай к тебя. Тебя захаваем. Ага, тебя тоже захаваем. Тебя тоже захаваем. Всех захаваем. Всех захаваем. Все вот это говно и вот это говно. Короче, о, тихо-тихо. Давай уже жопу ему хотя бы надкуси немного. Ну что ж ты будешь делать, а? Чуть-чуть, засрокотальник-то. Ну засрокотальник-то крысиный, ну маленечко зубками-то. Ну так вот, ам-то. Смотрите. Я сейчас только пригляделся, как он забавно лапками перебирает, когда бегает. Это прикольно. Прикольно, да. Но, ох ты, черт, а, нас, оказывается, могут повредить. Нихера себе, как роуч. Давай, как роуч там. Пока что мой уровень это как роуч. Вверху написано. 4,73 сантиметра, да, то есть. Ну да, да, пока что. Пока что у нас только 4,73 сантиметра, котик. Представляешь себе, вот. Вот жалко, жалко, блин, вот прикинь, была бы тут Ивлеева, ты бы ей не понравился, понимаешь, она бы вот так вот сказала бы, ухмыльнулась и сказала, пошел нахер, да, это грустно, нам нужно вырастать до больших сантиметров, чувак, давай, да, это самое, пожираем, когда уже, может быть, говно сожрать, вот сожрем говно, сразу будет 15 сантиметров, а то и все 20, да, так, котик-то, кстати, у меня, брюхо, о, вот это я давно, иди сюда, сюда иди, крысюночка моя. Ну что ж ты будешь делать? Не идет крысюночка. Так, давай-ка. Оп! Вау. О, бутылки пошли. Все, эти бутылки можно уже жрать. Так. Это замечательно. Котик сожрет целую бутылку. Представляете? Блин. Это я, понимаете, подавился, потому что, ну... Ну извините, столько крыс сожрать за раз и не закашляться. Это кто так может? Я так не могу. Я так вот не могу. Уж увольте, да, увольте. Увольте вот. Я вот такой вот котик. Я только через кашель все это говно пожрать могу. Так у меня не получается. Уж извините, да. Если вам это не подходит, ищите себе другого котика. Мяу. Да. Так вот. Ой, давай-ка вот это мы тоже сожрем. Бегает классно. Бегает вообще угарно. Так, все, крыски, лариски, давайте. Крыски, лариски, мохнатые письки, все ко мне, все сюда. Устрою я вам веселье во рту. О, да, да, вот такая шикарная рифма, да. Ну, а что вы хотите? Невозможно же все жрать крыс. О, все, сожрал говна, прекрасно, или чего там. На круассан похоже. Ну, какой дебил бы раскидал круассан. С другой стороны, какой дебил багеты раскидал здесь. Еще ресторан, ребята, у вас ресторан или что у вас, я не понимаю. Так, тебя тоже. О, ну ножи, да. Ножей не пожрать, это вообще святой. Бутылки. Охереть. Я не могу. Так, о, мужик. Вы вообще, ребят, понимаете, что вы в опасности, да?
Я ж вас тоже. Я вас тоже только так. О, все, пошли. О, пошло, поехало. Вот это мы сейчас. Ребята, игра началась. Игра только началась, вот как говорит. Не, ну у вас вообще охеренный зал, надо отметить. У вас ресторан просто супер. Вот, вот я в этот ресторан никогда в жизни бы не пришел. Как тут люди сидят и смотрят на кучу каких-то бутылок валяющихся. Ты что делаешь, мужик? Да зайди ты в любой вообще, не знаю, в общественный туалет зайди, там пожри, там чище будет. Это что за говно? Я извиняюсь, конечно. Что это за непотребство? Слышь, мужики, ты чё тут круги наворачиваешь, а? Чё круги наворачиваешь, пипирку надрачиваешь? Ты мне объясни, что происходит вообще? Что это за что это за порнография тут творится, блин, у тебя нас? Ты чё, тупой? Мужик! Мяу, мужик, слышь? Чё за херня у вас тут? Алло, мяу! Что за... Я котик из комитета чистильщиков, мистеров проперов, кошачек, блин, я не знаю, как они называются. Короче, эти, санитарные службы, понимаешь? Я котик из санитарных служб. Меня задрало жрать всякое говно, которое вы тут раскидали. Вы что, специально это... О, вот правильно, вот такие вот охеренные работники, они должны быть наказаны. Это возмездие, это карма. Кармический котик, понимаете, такой? Такой... Кармический котик, это карма, да. И он сейчас вас просто ток-так, да. И сюда, не торопитесь, не торопитесь, ребят, друзья мои. Так, ну покупателей вообще тоже надо бы. Покупатели, вы заслужили, да, вы заслужили то, что я вас сейчас сожру, потому что вы своим бездействием спонсируете это говно, это халатное отношение к работе. Я думаю, понять не могу, а что все такие спокойные? Тут что все, на валерьянке сидят? Бегает гигантский кот, все жрет, они сидят, медитируют. Какого хера? Уровень пройден, давай, континью. Континюя, да, давай, второй левел. Оставьте улицы какие-то. Стрелочка показывает самого большого, кого ты можешь сожрать. Ну да. А, вот это, да? Так, вот этого могу. Вот этого тоже могу, да? А вот человека еще не могу, да? Это кто вообще? Другие коты, что ли? Какой-то непонятный опоссум сзади изнасилованный, по-моему. Ой, блин, мне человек только что врезал хорошенько. Так, ну что, сантиметры-то надо растить, да? У нас пока что-то мало сантиметров. Очень мало. Так, давай-ка вот сюда вот подойдем, вот сюда вот подойдем и вот сюда вот подойдем. Все это будем жрать, жрать, жрать. Так. Та-та-та. Музыка, кстати... О-хо-хо! Людишки! Ну все. Давайте. Кетчупа только не хватает. С кетчупом бы вас пожрал только так. Тебя, вот давай, тебя. Те-те-те-те-тем. Те-те-те-те-те-те-те-те-тем. Блин. Так, вот этого желтенького, да? Так, теперь вот эту, вот эту. Угу. Все, крутотенчик. Все шикарно, все замечательно. Уже там что-то 61, нихера себе, уже 61 сантиметр. Ну нормально, нормально, растем. Растем только так. Растем как надо. А когда можно будет этого джазмена, трубочиста сожрать? Он где тут находится? В кустах где-то сидит или что? А этих тоже уже, наверное, можно? Да, че бы нет. Ой, блин, как я умудрился. Давай, давай, догоняй, есть. Отлично. Все, вот, хорош, не ори. Не ори, это приятно будет. Ну. А, тут. Вот так вот, да? Вот так надо подкарауливать. Ну, давайте вот сюда теперь бежать. Окей. Теперь сюда. Так и живем, ребят. Так и живем. У кота вообще никаких проблем нет. Кому-то, чтобы достать себе пропитание, нужно охотиться, кому-то на работу идти. А кот просто выходит и бегает по спортивной дорожке. И вся еда ему в рот сама бежит. Понимаете, какая красота? Я уже, наверное, могу какие-то более крупные вещи пожрать, нет? Так, ну это все это мелкое говно, оно вообще, по-моему, не нужно. Кусты когда? Я куст хочу. Кусты очень вкусные, деликатесы охеренные просто. Так, ну чё? А ну, стоп! Ням, ням. Так, отлично. А ну, а жопой сожрем, нет? Давай проверим. Ну, о, отлично. Давай, давай, жопой схавай. Да, отлично, смотрите, великолепно. Кот может жрать жопой. Это просто прекрасно. Это просто потрясающе. Да, и именно вот так вот его спроектировали. Гениально. Вообще гениальный кот. Я не завидую, конечно, этим велосипедистам. Им, наверное, на том свете очень стыдно, когда над ними те велосипедисты, которых кот сожрал ртом, как они над ними угорают, а? Жопу ему залетел. Вот вы дебилы, а. А, не могу. Запах-то, наверное, тот еще, да? Так, ну что, продолжим. Третий уровень. Официант. Здесь гигантский кот в моем супе.
Держи пробел, чтобы ускоряться. Это тебе поможет избегать врагов. А, ну можно вот, кстати, мышкой, да? Ох, ни хрена, не, что-то мышкой как-то дико. Не, ну, ну нахер, я не могу. Давайте-ка лучше по стандарту. Так, что я могу жрать? Вот эти круассанчики, да? Раскиданные. Пока что мне, в принципе, избегать врагов особо и не надо. Воу, стоп. Скоро понадобится, наверное. Что-то врагов до хера ходит. Они сейчас тут, по-моему, тарантеллу станцуют какую-нибудь. Хоровод сраный, блин. Нет, чтобы работать начать. Один кот работает тут. Убирайте. Или они не враги, я не понимаю, они мне не вредят. Что-то. Я вроде их касался, но я не вижу, чтобы у меня от них какие-то проблемы. Ну ладно, ничего страшного, пофигу. Сейчас мы напровел просто, блин. Котик любитель хлебушка, ребят. Никто так не любит хлебушек, как этот котик. А еще никто так не любит бутылки из-под вина. А еще никто так не любит всякое говно и людей, и животных, и насекомых, и вообще все. Да, вообще все. Никто так не любит жрать, в принципе, если... Ой, так, отлично. Оп, оп. Идеально. Нихера себе, у него жопа. Вы посмотрите на эту сраку. Вот это подрос, котик, подрос, да. Вот ожрался, как следует просто. Ребятки, давайте, давайте в порядке очереди. Все мне в хлебало, пожалуйста. Всех жду в своем хлебале. Так, давай-ка это тоже сожрем. И это тоже сожрем. Ой, чё мы только не сожрем, да? И это сожрем. Ой, крас... А, да-да-да-да, сидите, отдыхайте. Ничего, ничего, ничего. Предлагаю вам увеселительную прогулку во внутренности кота. Это очень интересно посмотреть, что там у кота во внутренности, да? Так, смотри. Нормально. Нормально херачит. Так, 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 давайте. О, о, вот, вот это надо. Я херею. Так, окей, окей, хорошо. Давай. Давай, это тоже. Он скоро, по-моему, на меня вылезет. Он меня сожрет, мне кажется. Я уж боюсь играть в эту игру дальше. Ну, что за хрень? Господи боже. Боже, боже, боже. Так. Ладно, окей, продолжаем. Вот это жесть. Я, кстати, никаких звездочек что-то не получил. А что там за звездочки? Я фиг знает. Ой. Так, ну давайте, начинаем. Вот этого, вот это. Ага, это нельзя, да? Да, жри его давай, блин. Я долго тут буду сидеть, плясать. Тихо. Оп. Ага, этого тоже уже можно. Все, можно уже. Можно уже переходить на этих, на велосипедистов, да? Тихо. Стоп. Давай, давай, давай. Следующего. Тут машины, да? Опять мне предлагают зеленый. Желтый. А что желтый? А, желтая вот какая-то херня желтая. Стулья. Типа стулья. Так, я понял. Ну, стулья. А, ну, стулья и то, что на стуле, да. А это святое дело. Как это? Как же это не сожрать? Я думаю, вы согласитесь. Так. Ой, что еще? Что еще он сейчас захавал? Турист. Турист надо хавать. Ну, давайте вот здесь тоже турист похаваем. Стулья вот, пожалуйста. Да. О, столы пошли. Все, шикарно. Шикардос. Если столы пошли, то мы на правильном пути вообще. Без столов, ребята... Сами понимаете, завтрак, не завтрак, обед, не обед. А ужин, не ужин. Ну что это за говно, если стол не сожрал, да? Это вообще неуважение, как бы, к тому, кто тебя угощает. Типа, еду сожрал, а тарелки со столом не сожрал. Как так? Настоящие коты так не делают. Настоящие коты такого себе не позволяют. Мы будем жрать все вообще нахер. Только так. Только так все жрать будем, да. Там веселый джазмен такой сидит, играет все это, угорает, смотрит на это говно. И даже не подозревает, что его сожрут следующим обязательно, да. Только до него добраться надо. Так. Вот, этого тоже подберем. Давайте машинка, извините, пожалуйста. Я понимаю, вы куда-то торопились там. Меня вообще поражает. Это реально. Я сформулирую мысль, я закончу, да. Кашель, не мешай мне. Ты все равно не будешь мне помехать. Так вот, меня поражает спокойствие вообще людей, то есть... Чё-то всем на все похер абсолютно. Мне кажется, что если бы я вот ехал бы вот так себе в машине, вот. Вот смотрите, вот видите, вот едет человек в машине, даже не увеличивается у него скорость, ничего. Мне как бы кажется, если бы я ехал в машине и видел бы рядом вот такую гигантскую, жирную, лоснящуюся от жира просто, уже капающую с него, да, котячую жопу такую, да, мохнатую. Я бы, наверное, так бы ехал бы, да, так, ехал бы так. Звон, дзынь-дзынь-дзынь, вот это, знаете, вот, если кто не понял, это я не шпёхал никого в автомобиле, это я имитировал, как я давлю на гудок от ужаса и страха, головой своей бьюсь, блин, об руль. Это очень страшно,
Должно быть. Для нормальных людей, мне кажется, должно быть очень страшно. Но всем срать. А когда я уже могу автомобиль-то съесть? 278 метров. Кот! 278 метров. Охереть. И всем пофигу. Ну давай, машинки, машинки. Раз вам пофигу, вы это... Вы не волнуетесь, по-видимому, насчет того, что вы не доедете там до своих жен, мужей или кто там едет у меня. Поэтому извините. Так. О, вот это тоже давай берем. Вот это. О, вот это все. Вот это пошло и сели. Давай. Куда? Да, дайте. Дайте дерево мне схавать. Хочу хавать дерево, ничего не знаю. Так. Котик, который сожрет нахрен всю землю скоро, я так понимаю. И не только землю, еще галактику, а потом еще и вселенную, да? Вот как-то так, наверное, все будет. Это дома, да? Когда дома можно будет есть? Дома дайте мне съесть, а, ну что, вам жалко дома, вы, блин, жадные людишки, вот, спасибо, наконец-то, пожалели они котику дома, блин, так, что-то best, что он мне насчитывает, я не понимаю, типа, количество очков, ну я же все сожрал, какие очки могут быть, итак, шоколадные макароны отравлены, eat them to save the, а, то есть, подождите, вот это можно есть, а это есть нельзя, да? Короче, разбери... Ой! А, вот это, по-видимому, вот это нужно есть, да? Или наоборот. Не, у меня складывается ощущение, что жрать можно только вот эту красоту. Так, 28, 30... Да-да-да, 32 там из 70, там, там идет счет. У меня только тогда другой вопрос, а почему игра... Почему он не умирает, котик-то мой? Я ж все-таки сожрал много лишнего. Почему он не умирает? Понять не могу. Так, давай-ка. Оп! Все, бинго. Так. Чуть было непонятно. Странный какой-то уровень. Да, давайте, вот. Возвращайте меня, пожалуйста, вот к этому. Вот. Ой! Ой, немножко мне яйца мои отдавили. Музыка, музыка какая-то веселая играет. Ой, какая красота, да? Так, под такую музыку как же не сожрать все человечество, ребят? Ну, я считаю, это святое дело, опять-таки. Это надо. Это просто надо сделать. Так, ну, слушайте, ну, что вы там, это, разбегались-то? Сюда все идите. Идите, вас ждет котик, открыв для вас свой ротик. Ну, и можно еще жопой тоже попробовать. Но это только, наверное, с велосипедистами, да. А, так. Ой-ой-ой! Вот это, вот этого давай. Да давай, говорю. Давай, говорю, вот этого. Так, теперь. Па-па-па-па-па-па-па-па. Да, ау, блин, да что такое? Я умру так скоро, если так дальше пойдет. Реально, котика убьют. Убьют котика, падлы. Надо быстрее уже пожрать всех туристов. Чего так мало тут туристов, я не понимаю. Должно быть больше туристов. Нужно больше, мать вашу, туристов. Серьезно. Жалкие людишки. Идите все мне в ротик, иначе очень сильно... Разозлиться котик. Так, давай-ка. Оп. Ну-ка. Ой. Ну, опять, видите, опять наехали несчастному котику на хвост. Ну, вот несовестно вообще. Никого не трогал там. Сожрал-то просто несколько каких-то непонятных, вообще недостойных для жизни человечишек. И из-за этого наехать котику на хвостик. Как не стыдно вообще просто. Ну, это, блин, это кошмар какой-то. Это кошмар. Кошачьего Сталина на вас нет. Вот что я вам скажу. Такой кошачий Сталин, знаете, который такой, знаете, мяу, стрелять, вот как-то так, да. Ой, так, тихо. Стоп. Вот меня понесло, да? Да я реально задрался жрать уже эту мелочь, падла, ну сколько можно. Когда уже настоящий-то пойдет? Испытание для желудка для моего. Что это за херня? Давай закончим уже с этим, не? Блин, давай сюда. Оба. Да, здоровье как-то все меньше и меньше, по-моему, у меня остается. Вот это что за звук надо? Прям такой забавный. Так, давай, вот этого теперь человечка. Угу. О! Наконец! Ну, ну все, вот это я вам ща отомщу, да? Вот это вы у меня поплатитесь за все, с вот это вот говно. Сколько раз вы мне хвостик мой отоптали? Парлы такие, а?
Вот это я вас поймаю, теперь накажу, а. Теперь у вас больше никогда не будет проблем с ценой на бензин. Вообще ни с чем проблем не будет больше. Спаситель котик, да. Так, давай-ка, оп. Вот это тоже все. Ой, кустики, кустики пошли. 6 метров там. Нихера себе. Нихера себе жопу раздувает. Круто. Так, бест. Тайм бонус. А, ну тут, короче, да, тут на от времени зависит во многом, я так понимаю. Так, тур де багет. Я хотел прочитать красиво. Тур де багет. Падла, ладно. Итак, куча багетов. Ну вот давайте вот с кучей багетов мы будем разбираться уже в следующей серии. Пока на этом закончим. Если, ну, следующая серия, если она будет, если вам понравится игра, безусловно, поэтому там лайкайте, комментируйте, если нравится. А на этом все, пока что, ставьте, как я уже говорил, да, лайкайте, комментируйте, пишите, там, подписывайтесь в группу ВК, ссылка внизу в описании, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, жмите поделиться, и все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.